Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной трешачок. Да собирал я наконец-то награды. Блин, щелкал, конечно, где-то около часа на двух серверах. Позабирал я с хрустального вот эти вот плюшки, и сегодня у нас будет интересное такое открытие. Не на одном сервере, а сразу на нескольких. Возможно, еще и на китайке пооткрываем плюшки. Посмотрим, где лучше падает. То есть мы будем открывать сразу за несколько месяцев плюшки. Только, ну, то есть получается 3 месяца, 3 разных хрустальных сундука. Вот так вот я накопил. Такие вот. Раз, два, три. Награды везде одинаковые. То есть, по сути, ничего не меняется у нас. У меня этих плюшек нету на аккаунте. Там сейчас посмотрим. Будет удобно, в принципе, считать. Так, ну, в принципе, все. Кулаков всего остального нет. Самиков вроде тоже нет. Еще раз смотрим. То есть, ну, все самое простое. Будет сразу же видно, сколько чего откуда выпадет. Потом в комментах напишите, какой сервер лучше, там, может, где-то больше упадет. Ну, я вам просто покажу, как же нас реально кормит IDG. Так, давайте сумку Огника даже уберем, откроем. Халява. Такс. Окей. Там убегали у меня сундуки. Остались. Блин, зря открыл, теперь надо. Продать и открыть. Окей. Так, вот наши плюшки. Ну, давайте начнем с праздничных подарков. Это, по-моему, давали, если я не ошибаюсь, до Нового года их. Поехали, начнем с них, посмотрим, что же в итоге нам упадет. Сколько нам IGG даст там мега-мега бонусов. Самоцветы, как видите, вообще не падают. О, слизнячок там у меня один был, это еще один упал. О, самики пошли. Просто огонь, ребят. Интересно будет посмотреть, что там на английском. Правда, там не все такие, ну, не все награды собраны там частично. Так, ну поехали. Сейчас будем удивляться щедрости IGG. И будет интересно, какой же сервер все-таки будет круче, этот или английский там, либо китайка. Ну, я не знаю, там просто разные нету, везде одинаковое количество. Здесь на русском больше всего я собрал. Рандомно падают награды, поэтому я не считал вам, сколько там пропусков ушло. Здесь ушли самики, на английском ушли пропуска. Так, отлично. Смотрим все награды. Итого 79 книг. Запоминайте, потом напишите, что было круче. 79 книг, ну, 9500 ЗПшек. И 4 таких еще, 10, 20. 20 тысяч. Слизни 140 штук. Неплохо. 1000 кгшек здесь, 690 здесь, отлично. Слизни я не знаю, я что-то не посмотрел, я их не буду продавать, пусть себе валяются пока, не столь важно. Ну, 12 000 запашек отсюда и 8200 отсюда, ребята, и целых 28 самоцветов, ну просто мега подарок, это HG. Окей, поехали дальше. Что тут у меня светится, еще добавилось. Что-то у меня светится 4 пропуска. Там вроде оттуда пропуска не дают. Если я не ошибаюсь. Странно. Целых 28. Поехали, следующее. О, тут уже получше падает. Это день Святого Валентина. Это прошлый месяц, февраль. Сейчас вот за март тоже откроем. Я вам скажу, блин, долго собирать. Вот один слизняк вижу.
Два. Книжечка. Ну, хотя бы сравним плюс-минус по акциям и плюс-минус. Я скажу, это просто смешно на это смотреть. Три слизняка. Если сравнивать вообще с 4, с тем, какие подарки обычно в играх, ну, под Новый год там, либо на какой-то праздник дают. Ну, и это, в принципе, хорошо. Но, опять же, без доната это не соберет. Что там, 6 слизней даже. Не знаю, сколько было на первый раз. Я не считал, напишите в комментах, кто считал. Опять же, ребят, 79. Чудо, о чудо, то же самое, 5 книг, как же так? Или 6 там было? 6 900, что ж такое? Ну тут уже на рандомчик, ребят, на 200 какашек больше. За значков почета тоже, значков почета даже меньше оказалось. Рандом? Не думаю. Что-то где-то одинаково. Поехали дальше. Разоблачать эти подачки от AGG. Так, ну что, следующая акция у нас. Смотрим. Внимательно смотрим. Что же у нас здесь будет? Здесь у нас, походу, печалька. Здесь у нас слизни не падают. Один, если не ошибаюсь. Один слизнячок всего. О, ничего себе! Ну все, ребята, это топовая акция. Нам выпал нежданчик. Выпал самый большой пак самов. Просто за ролем сейчас от души, ребят. Ну, IGG просто. Просто лучшие. Там 30, там 28. Сейчас посмотрим, сколько здесь выпадет. Может, нам хватит хотя бы на одну бесплатку. Итак, смотрим. Плюс две книги. Однозначно есть прогресс. Тут тоже получше. Супер. 71. Ну, неплохо. 5. Тоже неплохо. И что мы дальше видим? Да ты что, ребята, мы сейчас будем ролить. Все, это имба. В общем, вот так вот. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Поехали на следующий сервак, просто сравним. Давайте за 150 мы нафармили. За 3 месяца, ребят, за 3 месяца мы нафармили 150 самов. Опа, и циклоп. Просто мега имба. Вот так вот. Поехали на английский сервер. Поэтому покупайте скины и не парьтесь. Скины — это самое лучшее вложение ваших трат, потому что, ну, то, что вы здесь видите, это реально печаль полная. Поехали. Итак, нанять. Ой, не героев. Тут у меня поменьше наград, но я тоже собрал награды. Вот 400 таких, 137. Ну, давайте эти 137 просто откроем. Сейчас сольем. Неполные, как видите. Ну, то же самое. Та же самая картина. Никто не сомневался, что будет одинаково на всех серверах. Но сейчас посмотрим именно по этим акциям. Где же лучше? Окей, спасибо, IGG. Sell, продать. И это продать. Итак, поехали. Воу, осторожно, посмотрите, как самики падают. Неужто и здесь на английском сервере будет круче, чем на русском? Так, один слизняк, если не ошибаюсь. Два, это жестко. Три, посмотрите, сколько самов падает, ребята. Все, это жесть. 4.
Это жестко. 5. Все, это имба, ребят. Однозначно. Однозначно английский сервер намного круче. Поэтому нас на русском не только обдирают в донатных акциях и в донате, но и для без доната. Сейчас посмотрим по плюшкам. Да ты что? Все, это жестко. Смотрите, 87 книг, ребят. 87. 71. Ничего вам, да, не показывает, что везде как-то странно, рендом одинаковые. Но здесь значков почета меньше упало. Как же так? Ой, блин, я не посмотрел на слизни, завтыкал. Ну ладно, это не столь важно, я думаю. Самое интересное здесь, ребята. 36 самоцветов. Офигеть. Просто офигеть. Так, окей. Ну что, поехали, еще откроем. Эти награды. В общем, чтобы вы понимали, это многие могут не понять троллинг, я вам просто объясню. То, что вот это вот открываете, вы копите, оно нафиг, ну, по сути, это фигня, а не ресурсы. Да, вы можете их накопить, но вот тот же самый скин будет намного круче. Намного круче в разы, чем вот эти вот все плюшки вместе взятые. Потому что скин дает вам возможность поставить какой-то талантик на героя там. И прокачать его так, как вы хотите. То есть возможность выбора талантов. А вот это вот все, это копится там за неделю. И какая неделя, там за пару дней это можно все получить запросто. С других не с акций, там насобирать с локаций. Вот так вот, вот такие вот подарки. Поехали, откроем еще это. Ну, то же самое, 5, 85 книг. Я не буду даже открывать, пусть себе там валяется. Ну, то есть так, чтобы вы понимали. Никакого рандома здесь нет. Ребята, и целых 70 самоцветов. Это жестко. Это надо по-любому отметить за 150. Давайте даже за 450. Опа! Видали? Видали, как падает череп? Ну что, поехали, еще откроем, чтобы их не копить. Подарки. На китайском сервере. Так, это убрать. Так, ну вроде все, самиков нет. А еще вот эти убираем. Сейчас посмотрим, что у меня тут делается. Такс, 400 и 300, поехали. Общей сложности этих 1200, этих 800, а этих чуть-чуть меньше получается. Ну, в общем, как-то так. Смотрим. По сути, будет где-то одно и то же самое. То есть, никакого рандома для серверов нет. Стабильно забиндили там плюс-минус награды, и они говорят, что это рандом. Никакой нафиг это не рандом. Да, там плюс-минус где-то может и рандом, но в среднем вам не выпадет больше наград, там не выпадет больше самоцветов, либо тех книг, чем должно выпасть. И шансы здесь, как видите, реально очень плохие. Восемьдесят пять, пять слизней, 85, 3, 5, 15. Ну то есть как-то так стабильно, ребят. Стабильно идем. Одно и то же падает.
В общем, вот так вот. Не буду я остальные открывать, или давайте уже их открою до конца. Чтобы уже не занимали место, и можно было сначала новое копить. А вы пишите в комменты и участвуйте в конкурсах, как обычно. Лайки, ну, все дела, вы все знаете, что надо делать. Ну, в общем, вот, вот такая вот халява у нас от IGG. На любом сервере, где вы играете. В этом плане все, все сервера равны. Вот так вот. Поэтому я, конечно, честно говоря, в шоке с того, что вы видите. Да и я, в принципе. Хотя какой шок, все уже к этому привыкли. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем хорошего дропа, всем по космо. Всем удачи, всем пока. Ладно, пусть оно уже добежит. Хотя бы, может, увидим, что у нас там по самоцветах будет делаться. А вдруг сейчас тут мега нападает самоцветово, мы скажем, китайка топ. Ну, тут 300, тут на треть меньше. Но по сути, то же самое. 3, 4, было бы 5, 6. Даже меньше самого упал. В общем, вот так вот. Все, всем пока.